1 сентября. Мне очень часто задавали вопросы на тему того, что я одену на 1 сентября, что я возьму с собой, как я накрашусь, как я приведу себя в порядок, что у меня будет на голове. Абсолютно на все эти вопросы ребята так и не получили ответа. И из-за этого я решила снять такое видео, то есть типа моя утренняя рутина, только back to school. Собираемся в школу вместе со мной. Я буду разговаривать с вами напрямую, чтобы было более понятно вообще мои действия, мой ход действий. Так что давайте приступим. Первоначально я убираю волосы, собственно, чтобы они нам не мешали. И беру очищающий тоник. Тональник я не наношу, а наношу консилер. У меня Smashbox. От Smashbox Camera Ready. Приступим к контурированию. Я рисую скулы тенями, коричневыми обычными. А после я их выделяю бронзером. Все логично. И снова возвращаемся к теням. Теперь мы будем работать с глазами. Коричневыми тенями мы красим внешний уголок подвижного века, а также складочку между подвижным и неподвижным веком. Затем у нас тушь. Та-дам! Это мой макияж для школы. Может быть, я еще перед выходом немного подрисую стрелочки и также накрашу губки. А в принципе, основание наше готово. Наш макияж готов, а это значит, то, что пора приступать к нашему аутфиту. А вот такой фэшн-слово. Эники, бэники или вареники. Это или это. Пожалуй, вот это. На 1 сентября нам понадобится что-нибудь более-менее нарядное и интересное. Пожалуй, начнем сверху. Нет, все нет. Опа. Да, пожалуй, это я возьму. Ну что, давайте посмотрим на школьницу Софью. Я желаю вам всем удачи, я желаю вам провести этот день замечательно. Я надеюсь, что 1 сентября у вас удался, это у вас действительно был как праздник. И также желаю вам отличных оценок, успехов в учебе. Удачи вам в ваших просветаниях, я надеюсь, у вас все сложится в этом году. Желаю вам удачи, и я вас всех очень люблю. Увидимся в следующем видео. Пока!